Сотрудники правоохранительных органов Федеральной службы безопасности и представители общественности прошлись по хостелам и частным гостиницам «Анадыря». Целью рейда был контроль исполнения миграционного законодательства. В каждом из них были проверены документы постояльцев, причем как иностранных граждан, так и наших соотечественников. Результаты проведенного рейда у Анны Мартяшкиной. Проводим оперативно-профилактические мероприятия режима 2019. Проверяем как граждан иностранных, так и граждан Российской Федерации на предмет соблюдения миграционного законодательства. Пытаемся отправить в данном случае ваш объект. Хорошо, у вас какие-то непосредственно имена интересуют? Нет. Мы посмотрим просто ваших постояльцев. Из возможных 130 человек в этом хостеле сегодня проживают лишь 18. Загруженность гостиницы небольшая, а третий этаж и вовсе пустует. Пройдясь по длинным коридорам и заглянув в жилые комнаты, сотрудники миграционной службы проверили документы местных постояльцев. На контакт здесь шли охотно. И гости, и администрация заведения скрывать нечего. Миграционное законодательство соблюдается. Проблемы с правоохранителями владельцу ни к чему. Идентичная ситуация и в следующем пункте. В гостинице проживают только 4 человека. И с документами у них полный порядок, несмотря на то, что нарушителей здесь не выявили. В обязательном порядке составляется акт проверки. Составляем акт в любом случае. То есть, если выявили, соответственно, фиксировали бы нарушение, но тогда уже в этом случае привлекали бы граждан, либо юридическое лицо к ответственности. Владельцы гостиниц, принимая у себя иностранных граждан, в обязательном порядке должны сообщать об этом в отдел по вопросам миграции. Там их ставят на учет. За несоблюдение возможный штраф получить, а в иных случаях и пред судом предстать. В ходе рейдового мероприятия, проведенного 25 сентября 2019 года, был выявлен факт фиктивной регистрации. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Это мероприятие прошло в рамках операции «Режим», основная задача которого – выявление нарушителей миграционного законодательства. Однако сегодня все прошло гладко. Во всех 3 проверенных хостелах нарушителя обнаружено не было. Сегодня совместно с представителями УФСБ России по Чукотскому автономному округу было проведено рейдовое мероприятие по предприятиям, оказывающим услуги в сфере гостиничного бизнеса. В ходе данного рейда нарушение не выявлено принимающими сторонами. Правила миграционного законодательства соблюдены. А между тем операция «Режим» еще продолжается. Стартовавшая 20 сентября, она завершится 30 числа этого же месяца. Всего за нарушение миграционного законодательства было составлено 37 протоколов, из них 21 в отношении граждан России и 16 на иностранных граждан. Работа по профилактике нарушений в области миграции сотрудниками полиции в дальнейшем будет продолжена. Анна Мартяшкина, Александр Кузьминов, служба информации.